Еще одна сплетня про Лепса. Лепс хочет вернуть, пытается вернуть свою бывшую жену. Во как! Сейчас он вернет свою жену, на этом тоже заработает. И гонорарчик свой до кругленькой суммы сделает. Во как живут эти представители шоу-бизнеса. На этом тоже будет. Вот, он скинул 15 килограмм веса. Так, он хочет перемен, он хочет вернуть свою супругу, хотя они развелись, но Новый год они справляли вместе в загородном доме. Так что все это сделано для того, чтобы на скандалах, на разводах заработать и гонорарчик свой повысить. Вот так-то. Так, а мне нужны подписчики, чтобы я тоже немножко заработала в Ютубе. Вот так-то. Не только они будут зарабатывать. Я тоже хочу зарабатывать прилично. Это у меня маленькая пенсия. Подписывайтесь, подписывайтесь и подписывайтесь, подписчики Григория Лепса, на мой канал.